Все, погнали, я пустил. Уважаемые зрители, сейчас будет дабл миссия, потому что мы можем. Твоя задача отбить мемориал у истинных сынов. Таймер слева, если они там закрепятся, то станут непосредственной угрозой для кампуса. Прям супер быстро. Они идут на юг. Тебя одни хотели оборота. Похоже, заперты. Ты стоишь, да, киберспорт? Найди способ открыть эти ворота. Нет. Это киберспорт. Нет. Прямо нормально. Я сбил. Подожди, а какие? Что ты сбил? Дронов-то нет. Просто. Сбил тебя с толку только что. Facts, facts. Ёкарный бабай. Жми. А, больно. Да, это у меня очень жесткий билд. Я с ним вообще На вот каком уровне всех побеждаю, да? Да, так в этом и суть, что там нет никакой у меня защиты. Но при этом. Ты, кстати, получил там, что тебе надо было для специализации, потому что я этот сострелил. Или это не тот чувак? Не, ну, по-моему, дальше будет. Давай, его надо. Все чисто. Повторяю, на территории чисто. Они тут не важно на каком уровне, он классный на испытании работает. На героизме уже просто начинается вот это вот непонятная беготня, там уже но билд сильно тонкий, вот это вот все. Вот так вот. А в целом на испытании, да, и в общем. В целом и в общем. В общем и целом. Ну так то да. Я еще даже успела залутаться, понял? Я вот настолько... Сзади. Вот черт. Истинные сыны превратили мемориал в свою базу. Под тобой находится их особо защищенная зона. Исаак не может получить данные по ней. Будь осторожней, мы не знаем, что... Слушай, то есть ты когда не на время, да? Когда у нас нет никакого таймера, ты тогда... Ну нет, надо бежать дальше, я ничего не буду подбирать. А когда у нас таймер, то надо полутаться. Все правильно? Ну, конечно. Все, ладно, я так буду. ТЦ-62. Ой, я помню, они когда только ввели эти сезоны... 10-50, понятное дело. ...анализы Исаака, эти мины — химическое оружие. А на всякий случай осуждаю. Истинные сыны не должны их увести, надо перекрыть... А, я на 10-50, понятное дело. Когда ввели... Смотри, у меня 10-70. Ну, какая разница? Примерно доисторическая эпоха видеокарт. Так вот, в чём-то я. Ты сбил меня, получается, сволочь. Почему ничего нового? Я сбил. Смотри, я тебя обгоняю, ха? Где ты за мной бежишь? Я тут перед тобой бегу. Согласно данным, ладно, Исаака, это прекрасный наход. Тогда им больше негде будет проводить снаряды из ТЦ-60. Причём тут кот. Нет котов. Нет, кот, я и говорю. А ты что подумал? Ну, киберспортсмены мы, получается. Блин, ну вот этим долбом прямо супер бред. Ой. Больше они этих снарядов не получат. Вот сейчас он будет. Вот этот час?
А, нет, именной же. Да. Пулеметчик, по-моему. Разве пулеметчик, мне кажется, тоже вот такой же. Так, вот этот? Нет, это Хэнсон, там рам. Этого можно бить. Вот. Окей, разбирайся так быстро. Я, по-моему, сбил рюкзак. Да, сбил. Отлично. Засчиталось? Да. А, это огнеметчик. Ой, ну Саня. Петра? О, экзотика на высоком. Интересует. Ой, а что, тихоходка выпала, прикинь? Как так? На высоком она разве выпадала вообще? Ну, видимо. Ну, видимо выпадала. Смешно. Если бы не ты, мы стали бы жертвами химического оружия, и все бы закончилось как в замке. Не знаю, как отблагодарить тебя за все, что ты делаешь. Спасибо. Так что, все, мы прошли. А, да, и говорю, есть, это все, это максимально 10 из 10 мемориал. Пошли в другую миссию. Да, я же и говорю, сейчас. Так, дорогие зрители, скоро будет другая миссия, давайте там заваривайте чай, все, пока.